куда мы приехали. Па-па-па-ра-пам. Вот такая, ребята, красота. Сейчас все объясню и покажу. Приехали в Марио Парк, товарищи. Красота, правда? Здорово. Ребята, сегодня день у нас удался чудесно. Сначала было пасмурно, а сейчас просто балдеж, потому что, ну, не сгораешь. Вот смотрите, это первый бассейн у нас здесь. Из зоны VIP, как говорится, можете быть где хотите. Сейчас нахожусь в маленьком таком островочке-ресторанчике, где вы можете покушать, перекусить, что-нибудь выпить. Ну что, дорогие, сходим в пещерку Али-Баба. Здесь у нас рядышком, смотрите. Мы в том году, пару лет назад туда ходили вовнутрь. Не знаю, там ничего не изменилось. Кстати, очень интересно. Это взрослым и детям по приколу полазить. Вот такая пещера. Вы видели, а? И даже водичка капает, а? Так вроде бы так и должно быть. Так, интересно, на камеру нам не накапает. Ой, гляньте, какая бриса. И вот такой у нас проходик. Ой, а водичка холодная капает, да? Вообще прелесть. Вот так вот мы вот здесь лазим по пещеркам. Кстати, здесь классные фотки получаются. Мы фотографировали здесь с друзьями. Ой, а водичка холодненькая, классно. И выходите совсем на другое место. Класс, правда? Ну что, пошлите, я покажу вам все остальное. Потому что это очень большое. Ой, какая благодать, что сегодня нет такого, как говорится, нещадящего солнца. Это, честно говоря, можно здесь целый день откисать, ребята. Детей, людей дофига. Мы, кстати, рано приехали, люди вот только приезжать начинают. Здесь такой подъемчик наверх, и вон, гляньте, наверху уже. Там детки катаются, мои тоже там где-то резвятся. Сейчас, мяу. Я тоже спускалась. Когда последний раз здесь была. Но сегодня мне что-то вообще не хочется. Здесь прямо на Гавайях. Правда, девочки? Красота. Такой цвет прикольный. А мы с вами сейчас пойдем... Ой, гляньте, как летят дети, спускаются. А мы сейчас с вами, знаете, куда пойдем? Джакузи, джакузи. Ребятки, пожалуйста, поставьте лайк моему видео, потому что мы сегодня стараемся. Пожалуйста. Потому что всегда, когда я отдыхаю, почему-то... Ну, никому не нравится и лайки не ставят. Не знаю почему. Не хотят порадоваться за меня. Вот это у нас сейчас волны закончились. Наверняка скоро включат музыку. А мы сейчас пойдем наверх и в джакузи. Вы знаете, честно говоря, понять не могу, что здесь такого прикольного. Резервадо Суна Вип. Это что здесь? Ладно, какой-то бассейн был, я не знаю. А здесь вот такие хрени, ну что, шторкой тебя отгородили, чтобы людей не видела. Я не знаю почему. Что здесь такого прикольного? Ну, ты залип, вот сидишь вот так вот со своим столиком. Ничего не могу понять, что здесь прикольного, правда? Что, разве что не шумно? Ну, сказать, чтобы за это платить, правда? Как-то, ну, не знаю, не очень. Как вы считаете? Ты приезжаешь в общественное место, чтобы подурачиться, правильно? Столики для еды везде есть, честно говоря. Ну, не понимаю я этого, простите. Это наше, где написано слово VIP. VIP везде наши. Ой, как любят быть каким-то, кем-то, 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 кто не есть, как говорится. Тут детки, опачки, летим, летим, летим. Ра-та-та-та. Эх, жопу почухала. Эх. Или без лифчика, самое прикольное. Моей маме нравится. Тут садишься на эти бульбочки, и получается тебе массажируют спиночку, попочку, все. И сидишь, обалдеешь. Я здесь сейчас так зависну, я вам клянусь, вот здесь вот. А вот, вот на вот этих вот, девочки, целлюлитик, кому интересно, вообще супер, а. Отец уже здесь, все, вся семья здесь. Привет, привет! Олесь! Сейчас мы тогда на бульбочки пойдем тоже. Ой, бля, с внуками веселяться. Поклацала, потом будем все вместе кушать. Все поразбегались, и вот здесь вот у нас, смотрите, вот такие вот чорос. Чурос, ну такие напорчики. Только вы знаете, что я заметила? Какого-то хрена, они не мелкие, они, получается, поднимаются все больше и больше высота, и вы достать их не можете, только на плаву, понимаете? Как-то странно, ну, стали бы хоть бы облокотиться. И вот девочки отдыхают. И вот там как раз сейчас наши дети будут вылетать с трубы, с такой центрифуги, поняли, да?
Сейчас пойдем посмотрим, вылетят или нет. Я хожу сегодня до репортера, всех снимаю, вся семью. Здесь тоже кусочек наших, вверху наших. Ну, представьте, нас больше 20 сегодня. Потом соберем все до кучи. Сейчас пойду гляну, дети где. Девочки, обалдей. Я хоть сегодня не сгорю. Вы знаете, каждый раз, когда сюда приезжаю, переживаю из-за того, что можно сгореть. Вот это единственное, что мне не нравится. Но я сегодня кремом намазалась. И личика, или все. Представьте, они тогда ползут по этой высоте, а потом только в очереди в это стоят. Там очередь. Ой, ну короче, везде очередь. Ну ничего, можно отрываться. Я говорила за зону VIP. Вот, видели, обыкновенные столики. Видели, где можете в тенечке отдыхать нормально. В другой стороне то же самое есть. Наши ж привыкли, да? Где слово VIP, там они постоянно. Лучше мы переплатим, но мы будем так, чтобы на нас все смотрели. Ой, девочки, я вас умоляю, а? Кстати, сейчас я вам покажу одну горку, на которой я, честно говорю, чуть не обосралась. Я вам клянусь. Я думала, честно говоря, что я вылечу к ядрине матери. Вообще-то я горки особо эти не люблю. Сейчас я вам покажу. Кстати, напишите ваше мнение, кто катался на ней. Я больше не хочу. Вот, гляньте, видели, да? Здесь тоже куча всего зоны отдыха и людей. Видите, да? Вы спустились, поднимаете по этой горке, потом в очереди, наверх, 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 а потом, может быть, в той очереди. Ну, короче, тут так набегается, что тебе потом ничего не захочется, а? Вторая часть наших, говорится, спрашивают, где кто? Я говорю, я только никого не видела, только родителей видела его. Короче, ребятки, вот эта горочка, ла-ла-ла-ла. Слушайте, там, случайно, не мои будут опускаться на ней? Интересненько сейчас будет посмотреть. Вот эта горочка, девочки. Я вам клянусь, я думала, я обосхезаюсь. Дело в том, что оно так двигается, и кажется, бордики такие маленькие. Кажется, что ты сейчас вылетишь, а? А ну-ка, может быть, кто-то будет съезжать. Да посмотрим. О, кто-то готовится. Интересно, интересно. Сейчас будет посмотреть. Ихние мордахи слетающиеся. А ну-ка, давайте, ребята. Поехали. Опачки. Жалко, не видела лица ихнего. А ну-ка. И дело в том, что вы знаете, что хреново, что жопой бьешься вот здесь. Неровная. Я вам честно говорю, мне это не понравилось. Здесь просто вес. А мы когда, если веса нету, вы начинаете вот так вот качаться туда и сюда. Ну, если тяжелые попочки, то, конечно, так не получится. Мальчик копчиком, видно, ударился. Ну, а здесь выплевывают всех остальных. Эх. Счастливые лица с труп вылетают. Эх. Сейчас посмотрим. Если честно, у меня вот закрытые трубы, ну, вообще не по приколу. Хоть там есть и освещение, все, что хотите. Открытое еще более-менее, а вот закрытое, ну, не могу, не могу. Хотя у меня такой фобии нет вообще-то. Это наверняка для детей. Но в следующий раз, немножко попозже, может быть, и я опущусь. Или на вот такое вот синенькое, еще куда ни шло. Но на закрытых нет, дорогие мои. Напишите, если у вас точно так же. Знаете, что мне еще не нравится, когда плывешь на нее, оно бывает разворачивает, и ты спиной, короче, вылетаешь. Ну, девочки, ну что вы хотите? Ну, не люблю, когда мне в нос заходит вода. Тоже есть бесплатные. Стоите в очереди, короче, ждете, пока все опустятся, и можете бесплатно кататься, без, ну, не платить персональный свой круг. Ой, ребята, гляньте, сколько гранатей здесь. Я их везде вижу, эти гранаты, а? Эй, класс! Как здорово, ребятки! Обалдетительно! Вы знаете, у меня даже аппетит появился. Сейчас я его потишу ему перекусать. Мама, зря ты не поехала. Сегодня обалдетительный день, а? Уже я вижу, люди подтянулись. И вы знаете, что самое прикольное? Немножко ветерок появляется. Господи, слава богу, а? Уже видели, сколько мест позанимали? Кстати, здесь у нас тоже есть ресторан. А ну-ка, пошлите, посмотрим, какие у вас здесь цены. Вон, такой довольно-таки большой, а? И что у нас здесь продают и почем? Сейчас мы посмотрим. Начнем, наверное, с пиццы. Вот пиццы у нас разные есть. Видели, маргарита, овощная, ба-ба-бам, салами. Ну, вот эти вот, видели, да? 13,95. Здесь у нас бургер обыкновенный 7,50, Марио Парк 8,50. Ну, вы видите, вот это вот. Бургеры. Да, дороговато, дороговато. Что у нас здесь? Фрукты 3,20. Ну, такое, это уже на закусь. На закусь. Значит так, первое, что салатики у нас 7,50. Цесарь, видели, сальморехо. Это такой жидкий суп
ну, помидорный суп. Вот смотрите, макароны карбонара 9,50. Обыкновенная картошка 3,60. Ну, короче, дорого. Курица жареная 9,50. Печуга. Ну, девочки, видели, да, какие цены? И там, ну, немного очень дают. Дорого-дорого, но есть. Знаете, я уже вижу, люди начинают подтягиваться, уже люди стоят, перекусывают. А я, честно говоря, немножко покупалась и тоже хочу уже кушать. И вот, смотрите, детская зона. Сейчас я вам покажу. Тоже такие же самые тавоганчики, но здесь, конечно, для более малышей. Детская, детская, очень даже детская. Ну, наши где-то с малыша там везде где-то тоже отдыхают. Он какой паук. Разные каруселечки, гляньте, вон горочки для малышей. А вон там ведро, сейчас я вам покажу. Ой, видели, да? Гляньте, открыла рот и вышла вода. А малой стоит. Ой, сейчас обоссаться. Как... сейчас как плюнет и сдует ребенка. А вон, гляньте, видели, ведро. Прикольно. И грибочечки. И вон, гляньте, для спуска. Сейчас на попу садишься и поехал. Гляньте, вон сейчас малые. Специальная обувь нужна, резиновая, чтобы они не это самое. И ведро, которое качается таким образом. Ну, короче, детям здесь балдеж. Здесь родители детей потеряют на долгое время. Ася, все, ведро вылилось. Прикиньте, я уже кушать хочу, а дети уже здесь давным-давно. Аурабаху, Анна! Бомба! Вот так вот танцует молодежь. Опачки! Хосе, граба! Ahora, ahora. Эй, эй, как тебе это? Гляньте, какая красота, а? Мы заняли вот это все полностью. У нас больше 20 человек. Все вот это наше. Раздают такие брошюрки, видели, да? И потом получается, когда делают вам полчаса собеседования, предлагают разные продукты. И потом в конце собеседования вам дарят такой набор. Сейчас проверим, подарят им или нет. Хорошо, они со сбора, покажи, покажи, дали? Караоке. Анна, караоке дали? Караоке. Караоке! Всем дали караоке! Ала! Ой, нет! Я тоже хочу! Девочки, гляньте, у него, во-первых, у него альтовоз. Ну, вот этот вот, вы поняли, да? И два микрофона. И... Qualidade, qualidade. Qualidade. High quality, high quality. А вот, два микрофона, свет LED. Аудиопроцессор, не знаю, что это такое, регулятор и не знаю, что там еще есть. Дистанция 10 метров. Обалдеть, классно, супер. Гратис. Бесплатно, бесплатно. Короче, ребятки, ну что, попробуем шантаж. Сделаем, что они не знают, кто я, и возьмут ли меня одну без никого, не зная, кто я. Ну, нужна пара для того, чтобы зайти туда и чтобы тебе дали этот хит. Ну, посмотрим. Вы можете купить эти три вещи, этот фильтр, вот этот набор или вот это, и вам подарят матрас. Ребята, мы спускаемся, и нам подарили караоке. Ох, я им мозги покомпассировала. Вопросов у меня было много. Поверьте, он был не рад, что меня позвал. Ну, караоке я заработала. Давайте! Вот так танцуют! Сейчас будем танцевать, девочки! Абахо, 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 вниз! Держимся! Арива!
Arriba, arriba, arriba! Молодцы! Вот так веселяться! Жалко, что мамы моей нет, сейчас бы я потанцевала. Молодцы! Сейчас включают волны. Пасулибо. Ла. Очки, гляньте, зайчики прыгают. Девочки, у нас гости. Знаете, кто приехал? Помните, у нас в гостях была красавица, которая приезжала с Барселоны. Короче, они опять приехали со своим сыном и со своим мужем. Что, ребятки, будем мы отправляться, вот где мы находились, среди гор, и с той стороны у нас море. Обалдительно, жалко, что через 2 недели они закрываются, ну так говорят. Но в принципе, приезжайте, стоит того. А еще побольше компания, еще лучше.